If your one hand make like a trigger. Мое. Дай расчесочку. Да, не-не-не, подожди. Смотри, таким я был. Лохом. Да. Давай, смотри. Привет. Меня зовут Веня. Я из села Добро. Вот это поворот. Так. В общем, нам с Женей подарили вот такие наушники. Вот, может, вы там видите что? Вот, видите? Они называются BD. Я, конечно, плохо читаю по-английскому, но ничего. В общем, нам с ним уже недавно исполнилось 13. Вот это поворот! Да. Да. Вроде мы взрослые, мы в душе. Дети. Дети. Вот это поворот. А, в общем, всем пока, это было... Нет, подожди, а мне еще подарили скетчбук, еще назад блэкбук. Фат and Шани. Ну, я еще, конечно, так читаю, но короче, у нас видео без музыки, потому что мы еще не знаем, не как знаю, этим как заниматься. Видео будет много будет. Много. Я уже был у бабушки, и мы снимаем цельные видео. Ну, мы потом еще научимся, мы скачаем. Нет, мы ничего не скачаем. Ну ладно. Обзорчик. Тупой. Блин. Виолетта Лабука. А, она моя, короче, одноклассница бывшая. Видео вот просто... Ей подарили. Чувак, я буду ее первым хейтером. Я буду писать. Сильно. В общем, ей... Кушай. В общем... Елена Еоломист. Ей подарили пижаму. Две слова и повторник. Почему? Потому что 10 мая я была очень занята. И это вся Элина, которая снимает видео и тогда, когда... Что? У этого канала. Я вас люблю. Мы это смогли сделать... Люблю. Ты дебил, дурак, прими эту шапку на стол. Я очень рада этому. Вам очень благодарна. Я вас люблю. Все, давай, домой. Спасибо вам огромное. И, в принципе... Котик летят уже. О, у нее там... В общем, подожди, стой, пока. Стой. Нет, у нее там видел плакат какой-то? Монстр Хай, да. А у меня такой Марвел. А еще не боюсь, вот такая Марвел. Плохо. И Марвел тоже. В общем. О, стой, подожди. Я снимаю тупые видео. У нее есть своя звукозапись. Студия звукозаписи, мать вашу, прикиньте, студия звукозаписи. Я в шоке. В общем, пока. Нет. Да, стой. Да.